Всем привет! Добро пожаловать на канал Аква Информация. Пишите комментарии, ставьте лайки и не забывайте подписаться на канал. Помните, я вам обещал показать своих миланий, которые очень красивого цвета. Вы можете увидеть, что некоторые из них вот как маленькая, это красноватая. Также у меня есть такие рыженькие и вдалеке, видите, прям такие коричневые. Также мы с вами высаживали, может быть, недели 2-3 назад альтернатеру. Как видите, от одного стебелька вышло еще несколько стебельков. Тут, мне кажется, плохо видно. И сейчас. Вот тут вот. Видно лучше, что, как видите, одного стебелька отходят веточки, отходят листики. И растения растут. То есть они уже подросли у меня. Вот наш маленький аквариум. Тут вроде ничего не изменилось на первый взгляд. Но если присмотреться, то можно увидеть, что на палочке, которую мы сажали, образовались листики. Вот. Вот. А еще вот у этой веточки видно, что листики выходят прям из-под земли. То есть, и вот тут то же самое. То есть, потом попробую я сделать по-другому. То есть обрезать еще покороче веточки и именно присадить их где-то вот так в землю, чтобы маленький-маленький череночек торчал, а все остальное было погружено в землю. Может, так будет больше всход листьев и веточек у альтернатеры. Что вам еще рассказать? Ну, всех рыбок вы прекрасно в этом аквариуме знаете. Это разборы, тернеция розовая и есть тернеция вуалевая. Также у меня тут живут малинезии белые. Креветки рядом с ними обитают, никто их не ест, даже мыслей таких нету. Ну и, конечно же, мои анцитрусы желтенькие. Первый и второй. Как видите, они уже у меня подросли. Кормлю их мороженым мотылем. От живой, от этого сухого корма я полностью отказался, потому что, ну, лучше живым кормить, более здоровая пища. Это то же самое, что сравнивать здоровую пищу, которую вы сорвали в огороде, либо домашних животных, те же самые куриц, кроликов, которых вы сами выращивали. И вы знаете, что они ели, чем они жили, как они жили. И сухой корм – это то же самое лапша быстрого приготовления, в народе называемая БПшкой. То есть лучше кормить натуральной здоровой пищей, чем кормить сухим кормом БПшкой, грубо говоря. Ну и мальки тернеции. Как видите, они уже у меня приобрели окраску. Стали красненькими такими, большими уже. Нету такого большого различия у них в росте, то есть все почти одного размера. Кушают они очень хорошо. У меня вот колодится артемия. То есть, например, утром я кормлю с этой банки, потом покормил, аэрацию засунул в эту банку. Жду минут 20-30, чтобы вся шелуха осела, все яйца осели. Ставлю лампочку, и артемия приплывает к стеклу. Я просто беру шприц, отсасываю и кормлю. Например, это обед. На ужин обратно я беру, вытаскиваю аэрацию, вставляю в большую банку, из маленькой уже вечером кормлю. И так каждый раз чередую. Ну вот так вот. И еще у меня улитки на обогреватель отложили кучу икры. Ну, больше таких ничего, такого ничего нового нету. Если что, я буду включаться. Ну, вот так вот. Так что ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До новых встреч. Пока-пока.